Вооруженных боевиков задержали в Беларуси. По словам президента Лукашенко, они готовили провокацию в стране. Лукашенко заявил, что в последнее время активизировалась подготовка боевиков в белорусских лагерях. Также он сообщил о тренировочных базах в Украине. Сейчас белорусские правоохранительные органы будут разбираться, откуда поступали деньги боевикам, кто занимался их подготовкой и из каких стран приехали эти люди. Тренировались в лагерях у нас. Кстати, один из лагерей под Осиповичами был, в районе Бобруйска-Осипович. Остальные лагеря в Украине. Деньги шли через Польшу, через Литву к нам. И они готовились. И вот мы пару десятков, ну вот буквально вот в эти часы задержали этих боевиков, которые готовили провокацию с оружием. Мы попросили украинский МИД прокомментировать заявление белорусского президента, но ответа пока не получили. А на днях белорусские пограничники сообщили, что в страну прорвался джип с вооруженными людьми, якобы со стороны Украины. Иномарку попытались остановить в пункте пропуска Александровка Гомельской области. Джип снес два шлагбаума и продолжил движение даже после предупредительной стрельбы. В конце концов машину догнали. В автомобиле также нашли огнестрельное оружие и взрывчатку. Двоих мужчин, которые были в салоне, задержали. Но сегодня на своей странице в Фейсбуке помощник главы украинской погранслужбы Олег Слободян написал: в связи с инцидентом украинские пограничники встретились с белорусскими коллегами и пришли к выводу, нет никаких оснований полагать, что джип приехал со стороны Украины.